В Ливии после столкновений в Бенгази покинул свой пост командующий генштабом страны. Накануне была расстреляна демонстрация в Бенгази. 31 человек убит. Более 100 получили ранения. Жители города требовали ликвидировать группировку «Щит Ливии». Это вооруженное формирование, состоящее из бывших повстанцев. Они напрямую подчиняются Минобороны, но контролировать бывших борцов с режимом Каддафи становится с каждым днем труднее. Все чаще они устанавливают свои правила в местах при помощи оружия.